уже неоднократно я обращаюсь к вам о том, чтобы как себя вести нужно в существующей ситуации в Республике Абхазия. В частности, в Гудаутском районе и во всей республике ситуация крайне тяжелая, и нужно принимать уже радикальные меры. Медицинская служба находится в крайне тяжелом состоянии. Почему? Потому что резкая нехватка кадров. Непонятно, как граждане себя ведут в существующих условиях. И что нужно сделать для того, чтобы люди поняли, что эта ситуация не шутка. Эту ситуацию я бы сравнила по тем, как вирус осложняется и как протекает жестко, сравнила бы с пандемией испанкой 2018 года. Это абсолютно идет параллельно этому. Уважаемые наши граждане, просьба такая, соблюдайте условия карантина. Это избегать массовое скопление людей, это без надобности не выходить из дома, сидеть дома, только в случае, если в аптеку пойти в больницу, в поликлинику и так далее. Вот эти вот наши привычки, что пить кофе там с соседями, там с группами людей там и так далее, это должно быть исключено. Резкий всхлёст заболеваемости, резкий подъем заболеваемости, что мы и прогнозировали получить от новогодних наших каникул. Очень мы уважаем, придерживаемся наших традиций, обычаев. Но в существующих условиях нужно резко убрать эти традиции. Это абсрабзара акрысарака, убри хакоцруб, убри урысшилаге, исхарстахдзам убри, схонарша нарханэсэшка, сшихарстахуб алажилар. Шангыл, абри акрысаракорча, абсаракорча, шангыл. Инэрз, инэр ньюкамло, а уйпсы адшилара, ахцин адшила, унэйны уйдышшилыйт, уакцит. Убрай гылана акрыфарау, кызыну обрехана кунц, таглазаща, ера узги ицгю, узги дара ицгихот.